Юлиана, привет! У меня к тебе будет несколько вопросов. Скажи, пожалуйста, а сколько времени ты в Siberian На сегодняшний день это уже вот 2 года, и до этого у меня есть опыт сотрудничества в сетевом 25 лет с американской косметической компанией, и в связи с событиями в мире я, конечно, искала российскую компанию, у которой бы отвечала моим требованиям. Это международная сертификация, это присутствие на международном рынке, и чтобы это была не компания-однодневка, у которой есть определенный социальный статус.